Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Жанка» на телеканале «Хабар». И сейчас самое время подкрепиться, поэтому я, Асель, тебя и вас, дорогие телезрители, приглашаю на нашу кухню. Абдурахман, здравствуйте. 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 Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что же сегодня мы будем готовить? Сегодня мы приготовим совсем немного нестандартный завтрак. Он будет у нас сладким, схожим с десертом, но с добавлением яиц и, соответственно, с ягодами. То есть омлет с ягодами? Да, омлет с ягодами. Очень интересно. Довольно Я никогда не ела. Я ела омлет с грибами и со всем остальным. Что же нам потребуется? Так, сегодня нам потребуется мука, 3 яйца. Это получается нам для омлета сахар и сливочное масло. А для начинки нам потребуются ягоды. Любые. Особо разницы не имеет значения. Да. И там на ваше усмотрение можете. Ну, нам потребуется клубника и персик. И это сгущенка. Все понятно. Это для нашей начинки. Вот. Ну, давайте начнем. Все. Может быть, мы вам можем чем-то помочь. Да. Например, почистить ягодки. Я займусь приготовлением омлета, а вы тогда займетесь начинкой. Да? Давайте. Так, может, это порезать клубника, надо, да? Да, да. Тогда баттер будет резать. А как резать? Сгущенку. Возьмем миску и будем... Я вам сейчас продемонстрирую. Возьмем ножик. А откуда такой необычный рецепт? Да, чье это блюдо? Это блюдо у нас готовят в нашем заведении. Оно совсем нестандартное. Кто его придумал? Мы его сами экспериментировали, хотели что-то сделать. Что-то интересное, да? Интересное, новое что-нибудь, необычное, чем-то удивить людей. И получилось удивить? Ну, люди пробуют. Нравится. Берут, да, нравится. Отлично. Так, нам, вот вам. Я нарезал на филе. А теперь вот так, тык-тык-тык, да? Да, вам разрезать только и все. Мелко, кубиком. На завтрак хорошо тоже, кстати, подкрепиться ягодами. Организм легко усвоит. А сгущенкой? Ну, сгущенка также на любителя, смотря кто. Ну, это я бы сказала, наверное, как девушка. Не прям низкокалорийное блюдо, да? Так. Давайте я взбью, хотите? Давайте, да. Нужно будет взбить. Я добавлю немного сахара. Угу. Около 30 грамм. Ну, это столовая ложка, да? Да. Сбивайте прям, можете посмелее. Угу. Теперь добавим немного муки. Угу. Тоже около 20 грамм. Угу. Муку мы добавляем для того, чтобы наш омлет был форму приобрел, чтобы нам было легче его приготовить. А соль мы не будем добавлять? Соль нет, не будем добавлять. Достаточно, да, так, персик? Да, можете весь сразу дорезать персик. Я правильно, да, нарезал? Да, как будто каждый день готовили такой омлет. Да. Так, что-то у меня все-таки получились такие комочки. Может быть, у вас получится? Я сбью тогда. Вы тогда дорежьте, да, клубнику? А, клубнику тоже надо нарезать, да? Да, ее тоже. Можно на две части разрезать. Угу. Так, тогда я... Мне помогай тогда резать клубнику. Как у вас получается? Ну? Вроде хорошо. Абдурахман, скажите, пожалуйста, а чем можно заменить еще клубнику, чем персик? Клубнику можно заменить... Можно ягодой другой, или можно добавить даже яблоко, или на ваше усмотрение. Дорогие друзья, пока будет жариться наш омлет, мы прервемся на нашу постоянную рубрику «Звездный стиль» и вернемся к вам совсем скоро. Дорогие друзья, мы снова на нашей кухне и продолжаем готовить наш завтрак, омлет с ягодами. Да, и в наш омлет почти готов. Я так поняла, очень важно, чтобы омлет был в форме вот блинчика, да? Да, обязательно, для декора. Чтобы с одной стороны мы пожарили, теперь жарим с другой. Да. Так что, если не получится, придется делать заново. Так, все, мы выключаем. Теперь доведем до конца нашу начинку. Добавим сгущенку прям сюда, добавляйте. Прям ложечкой можете все. Я очень люблю сгущенку. Выложим. Все, теперь размешаем. Так, теперь мы все перемешиваем. Мне кажется, это и без омлета можно съесть. Все-таки вы бы съели на завтрак это, значит. Ну да, мне кажется, на завтрак можно себе позволить. Иногда, не каждый день, конечно. Можно, я всегда говорю, что... Все, да, наш... На завтрак можно есть что угодно. Теперь мы укладываем наш омлет. Угу.
Если надо, вот вилочки дать. Вилочки. Теперь нам нужно его открыть. Будем делать как рулет, да? Начинку, да, вовнутрь. Так, сюда чуть-чуть отодвину. Именно нужно выложить на одну половину. Да, да, да. Вот, да, вот сюда выкладываем. Все, теперь мы закрываем наш омлет. И красим тоже сверху. И можно пробовать, да? Все, теперь можно пробовать. Вилочку и ножик, пожалуйста. Наш омлет готов. Вилочку. Самая любимая ножик. Часть программы. Так. Особенно сладкоежки на этот омлет. Посоветую. Как? Необычно. Нет, на самом деле очень вкусно. Мне очень нравится. Вкусно. Реально очень вкусно и очень необычно. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, все те, кто сейчас приступает к своему завтраку, мы желаем приятного аппетита и продолжаем нашу программу.